На запись. Ну что, добрый вечер еще раз всем, всем, кто пришел и кто будет смотреть нас в записи. Нам погода не страшна, никакие климатические условия, ни ветер, ни дождь, ничего такого, да, в жизни не страшно, потому что мы с вами вместе, и те, кто захотел прийти на этот вебинар, пришел. Я вам очень-очень-очень рада. Поэтому те, кто здесь с нами, вы, пожалуйста, поактивничайте, пишите в чате, хорошо, ставьте смайлики, потому что всегда приятно слышать обратную связь. Я вас не слышу, а вот ваши смайлики, плюсики, десяточки, улыбочки я вижу, это очень-очень приятно. Меня зовут Ольга Ильич, наша команда «Простор», самая любимая команда, самая лучшая, очень быстро растущая, чему мы безумно рады, и каждый первый вторник нового каталога мы собираемся подводить итоги прошедшего периода. Так вот, прошедший отчетный период у нас был 12-й каталог 2017 года, и сегодня у нас будет парад успеха, поэтому прошу любить и жаловать нашу команду, наших новичков и всех тех, кого сегодня я буду называть и о ком сегодня буду говорить. Ну а мы с вами чуть-чуть потренируемся. Давайте, когда мы захотим поаплодировать, так как у нас с вами виртуальные аплодисменты, мы будем ставить восклицательные знаки. Тогда будет приятно видно, вот как это сделала Амалия, как это делаю я. Я немножко буду озвучивать ваши аплодисменты, и таким образом мы будем приветствовать друг дружку. Ну а сегодня у меня для вас будут сюрпризы. В конце мы разыграем уже традиционно лотерею, и я расскажу, какие же конкурсы мы с вами будем проводить в нашем текущем 13-м каталоге. Я думаю, что вам и конкурсы понравятся, и подарочки, которые мы приготовили, вам тоже понравятся. Ну что, начинаем. По традиции мы всегда приветствуем тех, кто пришел в нашу команду. В нашу команду приходит каждый каталог больше 20 человек, да, и это всегда приятно, это всегда здорово. Повторюсь о том, что все новички, которые приходят к нам в команду, для них действует акция, и она будет продолжаться на 13-й каталог. Акция, которая сейчас идет, называется «Кухня красоты». При размещении заказа на 30 рублей в течение 3 суток регистрация в компанию бесплатная. И плюс есть возможность пройти стартовую программу. Что касается спонсоров, и даже новички, которые пришли, они тоже могут уже быть спонсорами, то есть теми людьми, кто приглашает своих знакомых или, может быть, не совсем знакомых людей. За новичку, приглашенных новичков получаете, накапливаете спонсорские баллы и обмениваете их вот на такие подарки. Вы видите, что можно пополнить кухонный комплект вот такими всякими полезными штучками, да? Это и чоппер-измельчитель, и блендер, и кухонные весы, это и сушилка для овощей, йогуртница и соковыжималка. Так что вот такие подарки приготовила нам компания, о них мы говорим, баллы собираем, и, конечно, в нашей команде посмотрите, что многие менеджеры, и не только менеджеры, получат вот эти подарки. Ну а по традиции, первая номинация, с которой мы начинаем знакомить и с которой мы начинаем поздравлять всех наших новичков, всю нашу команду. Ничего, Катюш, очень рада тебя видеть. Это стартовая программа. Я думаю, что вы все знаете, что такое стартовая программа. Единственное, для тех, кто смотрит в записи, для новичков, еще раз говорю, что у нас нет ничего обязательного. Заставлять проходить стартовую программу вас никто не будет, да, из-под палки принуждать. Я лишь просто хочу сказать, что, наверное, грех не пройти стартовую программу, потому что настолько интересное предложение. Компания предлагает только новичкам, то есть только когда вы присоединились, вы можете пройти 4 шага. Первый шаг вам считается все ваши личные заказы в течение 21 дня. Вот, второй шаг – это уже следующий каталог, третий шаг – еще один каталог, и четвертый шаг – еще один каталог. И каждый шаг равен 75 баллам. Так что присоединяйтесь, размещайте заказы на 75 баллов в 4 каталогах подряд и... Ну вот, Катюш, здорово, что с братом проходите старт. Вот, отлично. Вот, и получайте такие наборы, наборы шикарнейшие, начиная с первого шага. Экономия потрясающая, экономия больше 300 рублей. Больше 300 рублей экономия. То есть, представляете, вы получите подарков практически на 400 рублей. Я считаю, что это просто супер. Поэтому мы даже подсчитывали, если даже Life Plus покупать, то практически ту сумму, которую вы потратите на Life Plus, вам вернется подарками по стартовой программе. Поэтому всегда обращайте на это внимание. Ну и приготовимся мы с вами приветствовать тех, кто прошел у нас стартовую программу, прошел первый шаг. Первый шаг – это новички, которые как раз-таки в течение 21 дня закрыли, сделали 75 баллов, закрыли первый шаг, мы их так называем. Они называются у нас квалифицированными рекрутами, поэтому всегда поздравляем, конечно, аплодисменты дарим, я с удовольствием читаю фамилии.
Если вдруг, ребята, и вы будете смотреть меня в записи, если я вдруг прочитаю фамилию вашу неправильно, всегда сразу говорю, чтобы, пожалуйста, не обижайтесь, прошу у вас прощения, потому что не все фамилии еще выучили, не все фамилии знакомы. Я надеюсь, что вы эту оплошность будете прощать. Договорились? Я постараюсь все фамилии прочитать правильно. Итак, Зелевич Елена, Мироновская Кристина, Аксюта Евгения, Жуков Роман, Майсюк Виталий, Добрянник Стриж Ольга, Парфенова Ольга, Танкович Ольга, Букраба Валентина, Коренчук Ксения, Квашевич Наталья, Зубкевич Олеся, Смольская Олеся и Прокопчук Наталья. Вот сколько у нас, да, спонсоры сразу стали пятерочки ставить, это здорово. Те, кто был на наших поздравительных вебинарах, помнит, что спонсоры ставят пятерочки, а если я называю вашу фамилию, ну, либо вашего брата, с которым вы вместе, да, проходите стартовую программу, да, либо там маму, папу, я называю ваших ближайших родственников, тоже ставьте семерочки, да, так как у вас семейные номера. Я поздравляю новичков, очень будем рады видеть фотографии ваших заказов и фотографии шагов вот этих вот подарка, шикарнейшего подарка, шикарного набора из серии «Молоко и мед». Это просто бестселлер, это та серия, которая очень много лет существует в компании, на нее спрос не перестает снижаться, наоборот, только повышается, поэтому эта серия всегда с нами, и вот для первого шага предложена именно она. Дальше у нас второй, третий и четвертый шаг. С каждым разом шаги становятся все дороже и дороже, продукты все дороже и дороже. Вот, пошли семерочки. Ну и второй шаг, с удовольствием зачитаю фамилии. Это Богданович Кирилл, Панасюк Екатерина, Мацулевич Вячеслав, Дерман Алла, Щербак Светлана, Татура Павел, Гапоник Виктория, Голобурда Анна, Семенова Мария, Полуянович Виталий. Здорово! Поздравляю вас, ребята! Третий шаг. Кухаренко Елена, Дедковская Елена, Гончарка Ольга, Чешко Екатерина. И четвертый шаг. Ориненко Надежда, Акута Маргарита, Павлючик Евгения и Годованная Татьяна. Здорово! Я поздравляю особенно тех, кто прошел все четыре шага. Ребята, это просто круто, посмотрите, какие наборы, какие подарки, я искренне рада за вас, потому что вы либо свою косметичку сможете пополнить этими всеми продуктами, либо, конечно, у вас уже будут какие-то подарки для своих знакомых, близких, для там мамы, папы, да, брата, сестры или своих подруг. Поэтому круто, проходите стартовую программу, не забывайте делиться своим впечатлением и, возможно, даже отдельными фотографиями шагов. То есть сделали фотографии своего заказа, а отдельно покажите, какой красивый наборчик вам пришел за шаг, и напишите, что я прошла там второй шаг, или я прошел третий шаг. Это всегда будет очень здорово, и привлекать внимание новичков в наших чатах, они будут на это обращать еще больше внимания. Поэтому ура! Поздравляем участников стартовой программы, и идем с вами дальше. Следующая номинация – это у нас премьер-клуб. Вот стартовая программа и премьер-клуб – это те программы, которые нам предлагает компания за личные заказы. То есть за то, что мы с вами лично делаем заказы, не за групповые. Так вот, для тех, кто делает 100 баллов и больше, вы становитесь участниками премьер-клуба. И у нас есть серебряный премьер-клуб – это 100 баллов и больше. И следующий – это золотой премьер-клуб, когда уже размещают очень большие заказы – 250 баллов и больше. Что касается серебряного премьер-клуба. Что же это такое? И какие выгоды? Если вы будете в премьер-клубе, то, во-первых, вы сможете оформлять заказы из специального скидочного каталога, который называется «Премьер». Он начинает действовать в первое воскресенье каталога. То есть уже в это воскресенье... Сейчас, секундочку... В это воскресенье уже начнет действовать вот такой скидочный каталог «Премьер». И вы сможете, как участники премьер-клуба, из него оформить заказы, либо заказать новинки следующего каталога. Здесь есть, да, разворотик всегда с новинками. Либо есть очень интересное специальное предложение, очень хорошие скидки на любимые продукты. Но самое главное, если вы два раза в премьер-клубе, то есть для того, чтобы заказывать по каталогу премьер, достаточно один раз выполнить 100 баллов, и вы можете уже оформлять заказы. А если вы два раза подряд будете в премьер-клубе, у вас будет возможность получить скидку 50% на один любой продукт. Вот это, наверное, самое здоровское, самое приятное, что есть в серебряном премьер-клубе. И вот эту скидку 50% вы можете потратить на любой продукт. Мы всегда говорим, что в нашей команде принято скидку 50% тратить на свое здоровье, тратить на продукцию wellness. Мы покупаем коктейли, мы покупаем пэки,
С такой скидкой это очень выгодно. Самая-самая большая выгода будет для вас, если вы будете с такой скидкой заказывать именно wellness. Ну, а я с удовольствием зачитаю фамилии участников нашего серебряного премьер-клуба. Если зачитываю ваши фамилии, помните, ставьте семерочки. Если вы как спонсор ставьте пятерочки, будет здорово. Итак, Куриль Оксана, Косинчук Юлия, Ильич Ольга, Чешко Екатерина, Черко Юлия, Галуза Диана, Годованная Татьяна, Жукова Амалия, Полынович Татьяна, Арененко Надежда, Тыновский Юрий, Нупрейч, Инна, Панасюк Екатерина, Шабан Елена, Щербак Светлана, Ильич Анатолий, Дерман Алла, Кухаренко Елена, Гончарка Ольга, Цвит Ирина, Павличик Евгения, Хейлик Наталья, Щерба Николай, Юнда Татьяна, Киселевич Татьяна, Горох Татьяна, Асмыкович Марина и Филипенко Елена. Ура! Здорово, ребят, я вас поздравляю. Я думаю, что вы однозначно оценили такую программу, как Серебряный премьер-клуб. И я знаю, что те, кто уже побывал в Серебряном премьер-клубе, они стараются получать скидку 50% каждый каталог. Это реально очень выгодно и очень приятно получить вот такой еще дополнительный бонус. Здорово! Ну, еще хочу сказать, что у нас есть золотой премьер-клуб. Помните, я говорила, что это для тех, кто делает большие заказы, у кого-то большая семья, кому-то очень нравится просто предлагать или рекомендовать наш продукт. И это здорово, что у ребят получается, и каждый каталог у нас, пускай немного, но несколько человек всегда есть в золотом премьер-клубе. А чем выгоден золотой премьер-клуб? Это дополнительный бонус, кроме того, что я сказала, со скидкой 50%, кроме того, что можно оформлять заказы из скидочного каталога «Премьер», еще получить дополнительную скидку. По итогам прошлого каталога у нас две замечательные девушки, Магирка Наталья и Ковтун Елена, получили вот такой бонус «Премьер-клуба» по 34 рубля. Наталья и Елена, и мы вас поздравляем, это здорово. Я думаю, что вы найдете, куда потратить этот бонус, и будет очень приятно его получить. Так что ура! Поздравляем участников и золотого, и серебряного «Премьер-клуба». Ну, а мы идем дальше, ребята. И всегда следующая номинация, мы рассказываем про wellness. Мы говорим о том, что мы за здоровый образ жизни. Я думаю, что, ну, если не всем, то большинству нравится здоровый образ жизни, да, вот, нравится заниматься своим здоровьем, следить за своим здоровьем, стараться правильно питаться. Но здоровый образ жизни – это не только правильное питание, это еще и хорошее настроение, это еще и физическая активность, да. Мы стараемся находить гармонию, да, бегуны точно, Маля, мы стараемся находить гармонию, и уделять время и семье, и себе, да, у кого какая физическая активность, кто бегает за детками, кто-то бегает кросс, кто-то занимается какими-то другими делами, может быть, у кого-то йога, кто-то зумбой занимается, ну, просто кто-то делает утреннюю зарядку, кто-то стоит в планке, ну, каждый понимает важность физической активности, вот, поэтому я еще раз хочу вам показать и рассказать о том, что у нас суперская wellness-команда. От нашей команды 6 человек ездили на Минский полумарафон. Эти фотографии еще долго будут согревать мое сердце. Спасибо всем, кто за нас болел. Спасибо, девочки, особенно те, кто был далеко, но, тем не менее, в своих социальных сетях мы прочитали ваши комментарии, ваши посты красивые, как вы болели, это было очень приятно, поэтому не думайте, что незамеченными остаются ваши посты, мы их читаем, мы их лайкаем, комментируем, и это правда очень-очень приятно. Поэтому, ребята, только вперед, я думаю, что в следующем году мы с вами поедем большим составом, да, большей командой, нас наберется, ну, больше, чем 6 человек, желающих было больше, но вот получилось вот именно у нас, у шестерых, вот, так что медальки греют глаз, ну и вот такая номинация wellness я решила открыть вот этими нашими фотографиями. Что такое номинация wellness, почему мы про нее говорим? Я хочу сказать, ребята, что на 10 километров, Амалия, я уже, если честно, эту цель себе поставила, потому что продолжаю бегать, 2 раза в неделю я продолжаю бегать, я надеюсь, что за год можно и натренироваться. Вот. Причем, посмотрите, ребята, абсолютно не бегающий человек, я абсолютно не спортсмен, я всегда была с дыхликом, и, если честно, хочу сказать, что если бы не wellness, я бы никогда не пробежала. Потому что это то, что дает энергии. Я никогда не думала, что у меня будет столько энергии, и настолько быстро восстанавливается организм, что мышцы даже не болели. Поэтому, ну, это еще из самых таких больших преимуществ нашей продукции wellness, да, кроме здоровья, кроме того, что постучу по дереву или по голове, кроме того, что мы не болеем, мы перестали болеть, у меня перестали обостряться хронические всякие болячки.
Кроме этого, еще физическое состояние здоровское. И вообще, если честно, то я выбросила почти всю нашу аптечку, потому что перебрала, все лекарства просто вышли из строя, закончился срок годности, осталось там буквально пару лекарств, ну, которые, я надеюсь, что мы тоже применять не будем. Я вам всем желаю такого здоровья, ребят. Я никогда об этом подумать не могла. Я всегда хронически болела гриппом каждый год, без уколов и без температуры сумасшедшей не обходилась. Я вообще забыла, когда я последний раз болела. Вот. Либо если какой-то вирус там прицепится, он очень быстро проходит абсолютно с такими легкими симптомами. Это очень здорово. Поэтому просто вам говорю, думайте, либо мы будем лекарства покупать, либо в здоровье вкладывать. Ну вот мы выбрали в здоровье вкладывать. И для детей, и для себя. Поэтому я думаю, что вы тоже это выберете. И выбирают, смотрите, как минимум 25 человек из нашей команды. Доля wellness у нас почти 19%, немножко выросла по сравнению с прошлым каталогом. Вот, ну, растем дальше, потому что кроме того, что продукт хороший, кроме того, что и баллов он много дает, если мы с вами будем строить бизнес именно на потреблении wellness, это будет очень стабильный бизнес. Потому что, знаете как, не нужно будет ждать. Есть туши там на складе, или нет туши, или какая-то новиночка, или еще чего. Если у нас наши партнеры будут пить хотя бы витамины, они перестанут болеть, как я уже говорила на планерке вчера, у них будет больше работоспособности, вы понимаете, что будет рождаться новая идея, у вас будет больше времени и на семью, и на работу, у вас хватит энергии. Кроме того, еще бизнес будет расти, потому что баллы приносят wellness очень большие. Но я с удовольствием зачитаю фамилии тех людей, кто по итогам прошлого каталога приобрел себе wellness. Вы видите, что есть у нас и подписки на Life Plus, это коктейль плюс пэк. Вот у нас с супругом две подписки на Life Plus, это и детские отдельные витаминки, это и продукты с 50% скидкой берут. Поэтому всегда здорово совершать такие покупки. И вы знаете, что если вам неудобно, да, в вашем городе нет аптеки, либо вам далеко ехать, всегда пишите мне, обращайтесь ко мне. Мы находим, договариваемся либо с СПО, либо договариваемся через меня. Вот, например, я в этом каталоге Женя высылала по почте. Поэтому было бы желание, вариантов мы вам найдем, как wellness приобрести и доставить. Итак, это Косинчук Юлия, Чешко Екатерина, Ильич Ольга и Анатолий, Цвит Ирина, Куриль Оксана, те, кто делает больше 100 баллов личного товарооборота на продукции wellness, и наши тоже любители wellness. Это Магирка Наталья, Жукова Амалия, Букраба Валентина, Алиферович Людмила, Коренчук Ксения, Полуянович Виталий, Парфенова Ольга, Павлючих Евгения, Хелик Наталья, Шабан Елена, Галуза Диана, Нупречик Инна, Полуянович Татьяна, Страленя Виктория, Кравцова Татьяна, Тыновский Юрий, Ариненко Надежда, Маслова Светлана и Горох Татьяна. Вот, пятерочки пошли и семерочки пошли. Это здорово, ребят, я вас поздравляю. Ну вот, вы уже сделали первый шаг на пути к тому, чтобы перестроить свой организм и правильно питаться. Я очень-очень рада. Вот, хорошо. Следующее, что хочу сказать вам. Подошла к концу наша акция лояльности «Лето со вкусом». Эта кампания уже закончилась. Длилась она 4 каталога. 9, 10, 11 и 12. И кажется, уже прямо примелькались эти наборы. Постоянно мы про них говорим, но тем не менее, постоянно говорим, и все равно наши партнеры или просто консультанты забывают оформить заказ и забрать свои прямо заработанные подарочки. Поэтому всегда еще раз буду повторять, не забудьте забрать в этом каталоге свой последний подарочек, это большой красивый салатник. И вот так вот красиво присылают, обалденно красиво выглядит наша посуда. Ставьте плюсики, если вы хоть что-то получили из этого наборчика. Мы с супругом собираем 2 набора, у нас будет в двойном размере все, это такая красота. Вот, спасибо за плюсики, да, все, да, кто-то прям все получит, здорово, это здорово. Ребят, ну, для тех, кто выполнил все условия, начиная с 9 каталога, верну слайд, вы знаете, что сейчас в первом заказе вы увидите, я уже заказала, увидела, так приятно было, что кроме салатника добавится в подарок еще вот такая ложка и вилка. Тоже здорово, будет прям вот полностью сервирован стол. Ну и хочу сказать, что у нас 71 участник по итогам прошлого каталога получит вот такой красивый салатник. Это заслуживает отдельных аплодисментов. Я сейчас прям сама поставлю эти аплодисменты. Вот. Так что 71 участник, это очень здорово.
Поэтому наша с вами задача, во-первых, самим забрать, во-вторых, напомнить, чтобы забрали наши консультанты, наши партнеры, такие красивые салатники, радовали себя. Возможно, осенью у кого-то такое унылое настроение, да, не хватает ярких красок, бывает такое. Ну, видите, как-то у меня осенней депрессии нету, хотя раньше была, может быть, потому что я пью омегу, а омега, кстати, повышает настроение. Вот, может быть, поэтому говорят, что у нас какие-то непонятные люди всегда на позитиве и так далее. Ну, стараемся себя изнутри тоже правильно подпитывать. Ну и в такой салатнице, и вообще из такой посуды, я думаю, будет хорошее напоминание о лете, и вообще такая красота будет на кухне, приятно из нее будет кушать, да, свои любимые салатики или какие-то любимые продукты. Вот. Ну и 71 участник, ребят, я зачитывать не буду, слайд этот обязательно сбросим мы в наш чат, но я считаю, что просто большие-большие молодцы. Те, кто принял участие, и многие из вас заберут и целый-целый вот такой набор. Ну а сейчас, чтобы не забыли, нужно внести в заказ код 525-922. И вот такой салатничек вам придет не в подарок, не полностью в подарок, да, за 4 рубля 99 копеек. А вилочка и ложечка добавится то ли за 1 копейку, то ли за 10 копеек. Может быть, даже за 1, вот не помню. Ну, вообще такая мелочь. Вот. Так что поздравляю, вот такую акцию лояльности мы завершили. В этом каталоге забираем свои наборчики, но в следующем каталоге тоже ждем. Компания для нас готовит всегда что-то очень-очень интересное. Следующая номинация, следующая, мы дальше с вами идем и говорим о новых процентных уровнях. Это, ребята, уже работа команды, это то, как работает команда, как сплоченно, да, приходят ли новички, делаем ли мы личный товарооборот, ходим ли мы на обучение. Все наши три правила играют роль. И вот если три правила срабатывают, если они все вместе начинают действовать, тогда и появляется результат. И я рада сказать вам, что по итогам прошлого каталога у нас больше 50 новых процентных уровней. Ребят, это все вы, это все команда. Вместе это результат общий. Если бы мы не работали вместе, у нас такого результата не было бы. Поэтому я каждого из вас искренне поздравляю. Тех, кто только пришел, я хочу сказать, что вы попали в очень хорошую команду. Вы потом познакомитесь с нашими менеджерами, с нашими растущими консультантами. Вы поймете, насколько здесь интересны и увлекательны люди, как с ними интересно общаться. Для тех, кто уже продолжает, я думаю, вы тоже видите, что команда пополняется, растет, у вас появляются новые знания, да, вот, а для тех, кто уже научился и приглашает, ну, для вас уже прямо видите, что работа кипит, что есть вопросы, ставятся задачи, вы уже чувствуете то, что вы тоже приносите пользу, это очень круто, ребят, на каждом уровне мы потихонечку учимся делать одно, второе, третье, четвертое и так далее, поэтому всегда, а просто обожаю представлять новые процентные уровни и, ну, как обычно, аплодисменты, да? Новый уровень 3%. По итогам прошлого каталога на 3% посмотрите, сколько вышло у нас новичков. Это Михневич Юлия, Полишук Светлана, Шершунович Наталья, Тарасов Максим, Попов Виталий, Щербакова Анастасия, Шкрадюк Яна, Кузина Яна, Богданович Кирилл, Галякевич Любовь, Устинович Владислав, Новик Татьяна, Гоголева Анастасия, Рулинская Екатерина, Букраба Валентина, Гизун Александра, Пищик Вероника, Коренчук Ксения, Квашевич Наталья и Гловацкая Александра. Я поздравляю всех спонсоров и поздравляю новичков. Ребят, вы большие молодцы. Это очень здорово. Первая ступенька – это показатель уже того, что у вас уже начинает формироваться команда, уже первый товарооборот появился. Поэтому просто включайтесь в работу, идите дальше, не останавливайтесь. Ребята, спонсоры, вы большие-большие молодцы. Давайте продолжать с вами в том же духе. Следующий уровень. У нас новички по итогам прошлого каталога закрыли сразу два звания. То есть были на нуле и стали сразу на 3% и вышли на 6%. Это вдвойне приятнее, когда прям перескочили одну ступеньку. Поэтому поздравляем с достижением 3,6%. Кравчук Виктория, Добрьяник Стриж Ольга, Парфенова Ольга, Беляков Виктор, Добродей Екатерина, Гордейка Светлана, Бай Инна, Шиян Инна, Демьянович Максим, Чепулис Елена, Высоцкая Екатерина, Шукала Сергей, Саевец Егор, Корень Карина, Никитин Кирилл и Танкович Ольга. Ну просто супер, ребят! Это здорово! 6% – это уже вторая ступенька, и совсем чуть-чуть, я знаю, кому-то осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы стать менеджером. Поэтому просто работаем, делаем то же самое, что мы делали, и продолжаем работать в этом же темпе, в этом же духе. Это круто, я вас искренне поздравляю. Дальше. Новый уровень – 6%.
То есть это те, кто были, уже 3% закрыли, а в этом каталоге они закрыли вторую ступенечку 6%. И в следующем каталоге я уверена, что, ну, если не все, то практически все уже станут менеджерами. Но я вам желаю всем стать менеджерами. Итак, это Платковский Дмитрий, Кулеш Анастасия, Турко Надежда, Плакс Анастасия, Бахунка Марина, Гордиенко Марина, Метельский Павел, Юрчик Инга, Ермакович Светлана, Новик Анна, Вакульская Наталья, Майсюк Виталий, Витковская Татьяна, Голобур Анна, Ворошенко Андрей, Семенова Мария. Я вас искренне поздравляю, ребят, ну просто менеджерская команда вас ждет, мы вас ждем в наших чатах в Телеграм, подключайтесь в работу и развивайте бизнес вместе с нами. Поздравляю, конечно же, спонсоров, ребят, если на этом слайде есть ваши люди, есть те люди, которых вы пригласили, вы большие молодцы. Вы знаете, что уже не просто вы получаете плоды и результаты, а уже ваши люди, ваши партнеры получают результаты. Это еще более ценное, чем нежели личный результат. Вот поверьте, помяните мое слово. Следующий уровень, ребята, это новые менеджеры. Когда-то давно, если честно, чтобы стать менеджером, мне потребовалось достаточно много времени. Я просто вижу, что люди совсем-совсем недавно пришли, и они, хоп, уже менеджеры. Вот что значит командная работа, вот что значит общий результат. Новые менеджеры 9% – это Зайцева Анастасия, Гусарова Наталья, Несяева Екатерина, Маргарит Марина, Щербак Светлана, Татура Павел, Краснова Илона, Пескунова Юлия, Малько Юлия, Калетка Татьяна, Хайко Ирина, Гапоник Виктория. Вы большие молодцы. Смотрите, у вас уже есть групповой товарооборот, у вас уже появились первые партнеры, уже многие из вас научились выполнять не только правила личного товарооборота, но вы уже и приходите, и обучаетесь, и уже начинаете приглашать людей. Ребят, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе, просто развивайтесь, совершенствуйтесь, обучайтесь, задавайте еще больше вопросов, и следующая ступенька не заставит вас долго ждать. Ну и по итогам прошлого каталога, у нас, да, и по итогам прошлого каталога у нас самое высокое звание – это менеджеры 12%. Очень круто и приятно вас поздравлять, потому что, ну, уже настолько знакомые фамилии, да, настолько приятно с вами общаться. Я знаю, что и с многими из вас мы уже познакомились лично, с кем еще не лично, то мы с вами знакомы по переписке, вот, мечтаю с вами всеми увидеться, познакомиться. Ну и 12-процентники наши, ура-ура, троекратное ура, поздравляем вас с вашим крутым уровнем. Это Габринович Мария, Дрозд Виктория, Павлючик Евгения, Старовойтова Ольга, Лещенок Галина, Губарик Ирина, Трутнева Ирина, Кананчук Татьяна, Мацкевич Вероника и Балеу Ирина. Вот пятерочки пошли, семерочки пошли. Я вас искренне поздравляю. И очень круто, когда вы будете видеть и поздравлять своих людей, которые будут вот на таких же слайдах. Ну, это просто дорогого стоит. Сегодня у нас немножко не получилась встреча с одним из менеджеров, который вышел на новые 12%, но я знаю, что где-нибудь на ближайшей планерочке мы услышим нашего нового менеджера, потому что все настроено, технический вопрос решен, и нам остается только с вами подключиться и работать вместе дальше. Да, конечно, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, желаю вам просто дальнейшего успеха и дальнейшего роста. Ребят, не сдавайтесь, если у вас попадутся какие-то препятствия, не сдавайтесь, если у вас что-то где-то не получается. Не у всех все получается, у меня даже не все получается. Либо какой-то период есть, все отлично идет. Ну вот, видите, уже и рыжики одинаковые, и котики. Много чего одинакового найдется, но главное, что я думаю, что одинаковые мысли, одинаковое хорошее, позитивное настроение. Вот, ребят, я вас поздравляю, я поздравляю команду. Вы правда большие молодцы. Так что дерзаем, идем вперед и дальше развиваемся. Поздравляем вас! Следующая номинация, ребята, это конференция менеджеров 2018 года. В этой конференции могут принять участие и новички, но новички, конечно, очень многие стесняются, и многие не верят в свои силы, да, кто-то узнает план и говорит, я, наверное, не смогу и так далее. Вот, вы знаете, что в истории очень много новичков, которые приходили с нуля, добивались и ездили на вот такие менеджерские конференции. Поэтому я вам желаю, чтобы вы посещали не только такие конференции, а, конечно, и золотые, и бриллиантовые конференции. Сама очень хочу путешествовать, и мне именно путешествие, ну, прям, знаете, так на душу легло, потому что
что я люблю путешествовать, хочу путешествовать, но когда еще это и в подарок достается, это, мне кажется, вдвойне приятнее, да? Поэтому вот такой у нас квалификационный период. Мы по первый каталог будем вести наших менеджеров, поздравлять, держать с ними связь, писать планы, рассчитывать. Ну и хочу сказать, ребята, что по итогам прошлого каталога все наши 6 менеджеров повторили, то есть прошли второй каталог, выполнили условия и по второму каталогу. Это Нупречик Инна, Полуянович Татьяна, Галуза Диана, Жукова Амалия, Ильич Анатолий и Косинчук Юля. Ребят, вы большие молодцы, но просто загоритесь, не сдавайтесь, и вот этот же темп держите и идите дальше, и все получится. Это просто круто. Я просто мечтаю видеть вас в Хорватии. Не знаю, будем ждать этого момента и будем болеть всей большой командой. Вы поедете в Хорватию, покажете всем остальным, что это все реально, что это все возможно. На вас очень большая миссия прямо сейчас лежит. Так что поздравляем вас, вы молодцы. Дальше. Дальше у нас с вами плюшки и всякие-всякие приятные вещи. Вы знаете, что каждый каталог мы оформляем, вернее, устраиваем конкурсы, да, на фотографии. И вот в 12-м каталоге у нас был такой конкурс. Мы сейчас с вами разыграем два аромата на выбор. Либо это будет аромат Glacier Ice от Евгения Плющенко, либо аромат Power Woman от Тины Канделаки. Это уже будет на усмотрение того, кто победит. Ну и... У нас, секундочку, перелистаю слайдик. У нас, вы видите, что 42 участника по итогам прошлого каталога прислали нам фотографии свои, поэтому 42 человека мы будем... Сейчас я вам покажу. Вот такой вот у меня скачанный генератор случайных чисел. Я ввожу 42. Вот от 0 до 42, от 1 до 42, вам может быть плоховато видно. Вот, я думаю, что вы мне доверяете. Я при вас нажму 3 раза вот эту вот стрелочку. Ой, вот 3 раза вот эту стрелочку нажму, и мы увидим, кто у нас победил. Смотрите, нажимаю 1, нажимаю 2, нажимаю 2, надо 2 раза, и нажимаю 3. 41, ребята, 3 раза, 41, Куриль Ксения, это наша многодетная мамочка, у которой 5 деток из города Бреста. Вот мы ее обрадуем, вот это да! Здорово, мне кажется, она у нас еще не выигрывала в наших конкурсах, поэтому, ну вот, будет очень приятно ее поздравить, правда? Я передам обязательно ваши поздравления тоже ей. Вот Ксения у нас выиграла. Спросим у нее, какой она аромат захочет себе получить. Так что ура, Ксения, мы вас поздравляем. Ну и, ребята, что у нас ждет? А нас вот что ждет. Конкурс на 13-й каталог. Опять, нам очень нравятся ваши фотографии. Очень приятно, когда вы делитесь своими отзывами, когда вы показываете, какую продукцию вы носите сами, да, какой макияж делаете. Это всегда очень приятно и интересно. Присылайте фотографии своего заказа в 13-м каталоге и получите возможность выиграть либо мужской, аромат Giordani Gold Man, крутейший аромат, очень классный, кто любит восточные ароматы, это просто, да, либо женский аромат My Destiny, я им прямо сейчас пользуюсь, то есть на выбор, мне кажется, шикарные ароматы, как раз пришла осень, я думаю, что полюбятся эти ароматы, полюбятся нашему счастливчику, и кто-то выберет либо мужской, либо женский аромат, да, но это еще не все, ребят, не уходите. Хочу сказать, что мы запускаем еще конкурс. У Амалии есть, и у меня есть, и мне очень нравится. Это хоть парфюмерная вода, но на осень прям то, что нужно. Вот прямо то, не знаю, вот я сейчас прямо перед вебинаром подошел ребенок, обнял, сказал: мама, от тебя так вкусно пахнет, так приятно. Вот, пускай такая мелочь, но тем не менее приятно. И конкурс на 13-й каталог, ребята, мы решили опять запустить флешмоб «Простор без границ». Нас с вами больше становится, больше городов, больше поселочков. Вот такой классный коллаж мы составили из участников флешмоба, который мы проводили летом. Но сейчас осень, пора года другая, новые города. Почему бы не принять участие еще раз в таком флешмобе? Что же это такое? Что за флешмоб? Ой, ребятки, секундочку. Ах, не сохранился слайд, не могу понять почему. Делала слайд, и слайд не сохранился. Ну, ребят, я прошу прощения, тогда просто расскажу вам в двух словах.
Жалко. Ну, сброшу еще в чат презентацию, в чат этот слайд. В двух словах, что такое флешмоб? Нужно будет скачать и распечатать, ну, на листочке А4, то есть на обычном вот таком листочке, беленьком, распечатать название нашей команды «Простор». В обычном черно-белом варианте вы видите, что все держат в руках, да, и вот наш логотип, красивая стрелочка «Простор». Нужно сделать фотографию с какой-нибудь, либо с названием вашего города и поселочка, либо с какой-либо достопримечательностью. Может быть, какое-то у вас есть место, где будет видно, в каком вы городе есть. Это здорово. Сделайте такую фотографию. Нужно сделать пост в своих социальных сетях, можете на нескольких страничках, можете только на одной вашей страничке, сделайте пост и можете написать что-то типа того, что «Простор уже и в нашем городе», да, что или «Я в команде Простор». Поставить обязательно два хэштега. Один хэштег «Простор без границ», вы его видите здесь на слайде, и второй хэштег «Я в просторе», который мы часто используем в нашей команде. По этим хэштегам мы вас будем находить, мы вам будем ставить лайки, комментарии, ну а вы поделитесь в чате ссылочкой на ваш вот этот пост, чтобы мы вас занесли для розыгрыша подарка, вот, и, конечно, чтобы мы видели и взяли вашу фотографию, сделали вот такой коллаж. Посмотрим, ребята, откуда мы. Как вы? Готовы поучаствовать в таком флешмобе? Ставьте плюсики, кто готов. Посмотрим, из каких вы городов, деревень, областей. Вот таким образом посмотрим, проверим географию нашего, географию нашей команды. Ну, а подарочек, я думаю, что будет оригинальный, и вам он понравится. Я вам покажу, хотя слайд готовила и там красивую картинку нашла, но неважно. Подарочком будет вот такой крутейший косметичка-органайзер, которая состоит из трех косметичек. Очень мне нравится эта вещь. Очень большая косметичка одна, вторая, которую можно брать, либо хранить там декоративную косметику, либо брать с собой в сумочку, и третья складывающая косметичка-сеточка, в которой можно хранить, к примеру, лаки для ногтей или еще чего-то. Картинка очень классная. Да, Инна, такое у тебя еще нет, что две последние наши косметички отправились в город Барановичи. Вот, кому же достанется эта косметичка, покажет тоже генератор случайных чисел, поэтому принимайте участие, участвуйте и вот получайте такие подарки. Я думаю, что подарком вы будете довольны. Вещь очень классная, стоящая. Вот ее специально откладывала, думала либо подарить, либо разыграть. Вот, и решила все-таки для нашей команды сделать такой памятный подарочек, чтобы победитель смог смотреть и пользоваться, и вспоминать про нашу команду. Ну, а я, ребята, завершаю. Хочу вас настроить на 13-й каталог. Возможно, для кого-то из вас число... Меняюсь с тобой. Возможно, для кого-то это число не совсем счастливое, да, кто-то верит в суеверный человек, кто-то нет, но в любом случае хочу сказать, что есть вот такие классные сегодня, вот сегодня прям прочитала очень классные советы, они мне легли на душу, поэтому с вами делюсь. Делайте все со страстью и с куражом, черпайте энергию из своих целей, любую жизненную ситуацию рассматривайте как возможность, умейте быть благодарными, следуйте верным личным и командным принципам и будьте примером для всех в своем окружении. Вот так, ребята, вот такое мое пожелание для вас на эту неделю, на этот вечер, вообще на целый каталог и, конечно, намного-намного вперед. Будьте собой, радуйтесь, находите гармонию, и пусть ваша работа и ваше развитие в бизнесе и вообще наше общение в нашей команде просто принесет вам не только результат, но еще и радость. Я с вами на сегодня прощаюсь, благодарю за то, что вы были вместе со мной, успехов вам, благодарю за то, что вы в нашей команде, ну и всем всего самого-самого хорошего, ребят. Тогда пока-пока, до свидания.